Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет расклад на тему, что он решил насчет вас. Загадайте, задумайте мужчину, подумайте о нем, представьте его, произнесите его имя, свое имя, если есть фотография, посмотрите на фотографию. Также прошу вас, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Яндекс.Дзене Таро Студия. Итак, давайте смотреть. Мужчина, в каких он сейчас энергиях, а вы в каких энергиях и какие на данный момент между вами отношения. Так, метафорические карты возьмем. Мужчина, а вы какие отношения между вами? Ну и Таро. Вы что между вами? У мужчины сейчас все достаточно хорошо идет. И в работе, и в личной жизни, то есть он на подъеме. Работает сейчас весь в работе, в каких-то движениях, возможно, движение связано опять же с работой. Также, возможно, у него его финансы, его сбережения, его вклады, они работают на него, двигаются. Ну и он, есть у него какие-то фантазии и уверенность в будущем, потому что он в это вкладывается. Свое будущее, поэтому он в этом уверен. Также мужчина очень сильный, возможно, даже и физически, но мужчины все физически сильные, но, возможно, он занимается спортом, следит за собой, ходит, может, какие-то тренажерные залы. А он полностью уверен в своей правоте, в моральном превосходстве, на духовной независимости, решительный человек. Достаточная сила воли у него. Творческий человек. Страстный, чувственный. Он эмоционально насыщенный в отношениях. Очень сексуальный. Возможно, у некоторых, либо, если мужчина, ну, либо живет вместе, либо в браке, он связан с постоянными отношениями, так скажем. Добивается успеха в работе. У него в работе, в его карьере стабильный, хороший результат, скажем так, чаще всего бывает. Возможно, опять же, с финансами у него какой-то сейчас материальный не выигрыш, какие-то материальные поступления, и он с ними работает. Может, куда-то вкладывает, инвестирует куда-то. Он, если у него на пути встречаются какие-то проблемы и препятствия, он их не боится. Он четко понимает, как их нужно преодолеть и что нужно делать. Поэтому у него все дела чаще всего заканчивается успешно. Ну, вот такой мужчина у нас. Теперь вы. Возможно, сейчас вы общаетесь по миру, по телефону, по интернету. С кем-то вы... Кому-то что-то не договариваете, может, даже в чем-то обманываете. Сама по себе вы очень стабильная женщина, привлекательная, ухоженная, любите животных. На данный момент вы можете как бы отстраниться
уединиться как бы от людей. То есть, возможно, вы находитесь дома, со всеми общаетесь через интернет, с ними коммуницируете, как бы вам дома хорошо, вот так вот скажем. Также показывают, у вас есть шанс, возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Вся ваша работа, финансы ваши, успехи вполне заслужены. Вы все, что какие у вас сбережения финансы у вас есть, они вам не упали с неба, вы их сами заработали. У вас очень богатый внутренний мир. Но также сейчас вы хотите со своим любимым человеком провести прекрасное время. Вы думаете об этом. Вы хотите получить много положительных эмоций. Но также в ближайшее время вам могут прийти приятные известия, которые положительно скажутся в вашей жизни. Так, ну и что между вами? А между вами идет какое-то очищение. То есть вы убираете, может даже просто в мыслях, и вы, и он убираете весь тот негатив, который был между вами, вы просто его очищаете, убираете, стараетесь его, ну, как бы забыть, убрать в долгий там ящик, чтобы об этом не вспоминать. Действия, направленные на семью, хотя и как бы не так быстро идет, но все действия у вас идут на совместное. Если вы уже в браке, то как бы укрепить ваш союз. Если вы не в браке, возможно, собираетесь жить вместе. Ну и также между вами есть какие-то совместные надежды. Ну, давайте смотреть на наш вопрос, что он решил насчет вас. Также возьмем три оракула основных. Что он решил насчет вас? Он решил, что будет по справедливости добиваться с вами семьи, но в ваше совместное отношение вклинивается треугольник. Треугольник это может быть как и другие люди, не обязательно соперница или соперник, может быть просто другие люди, которые вмешиваются, либо какой-то фактор. Он также будет за вами следить, наблюдать. Ревность будет, какая-то сплетни будут. Но он будет стараться с вами вести себя честно. Так, что решил насчет вас? Перемены. В любом случае нужны перемены, нужно, чтобы ваши отношения шли уже по-другому, не так, как было раньше. Он хочет необычным способом, как бы подойти к вашим отношениям, чтобы было все, ну, не банально, как бы так сказать. Судьбоносные отношения, он считает, что ваши, вы встретились не случайно.
Но все-таки ему тяжело. На сердце ему тяжело. Для него вы самая лучшая женщина. Желает победить эту ситуацию, также интимной близости с вами желает. Вы для него надежда, мечта. Вы для него звезда. Очень сильно тянет к вам страсть. Опять же, хочет все по-новому. То есть не так, как было раньше. Хочет изменить. Хочет быть ближе к вам, хочет стать вашим императором. Взаимности, семьи. Но все показывает на то, что мужчина решил делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы создать с вами семью. Если вы уже в браке, значит укрепить ваши семейные отношения, то какими они были, как они складывались, он хочет это все поменять и все как бы по-новому внести какие-то яркие краски в ваши отношения. Если вы, естественно, не были в браке, то создать с вами семью и вступить с вами в брак, потому что его очень сильно тянет к вам. Он хочет стать вашим императором. Ну и показывает, что чувства у вас все-таки взаимные. Ну вот так у нас сегодня получилось. Спасибо за просмотр. Всего доброго.